Кривой эфир. Неизвестные активисты захватили радиостанцию. Как сообщали информагентства, двое неизвестных людей ворвались в редакцию Нижегородской радиостанции, требуя прямой эфир, чтобы озвучить некую информацию, а потом, чтобы за нее еще и заплатили. Но журналисты отказались. В итоге работа редакции, как сообщило руководство радиостанции, была парализована. Они пришли, уселись к нам на диван. Молодые люди, не вставая, начали рассказывать о том, что они хотят продать нам какую-то эксклюзивную информацию. Люди решили, что они добьются ожиданием чего-то. И остались. Наши настойчивые, неоднократные заявления о том, что вы вообще нам мешаете работать, и покиньте, пожалуйста, помещение, остались без ответа. Хотели рассказать им новость. Павел про политику, я про экономику. Мы предложили информацию свою. Вот, хотели провести либо какой-то прямой эфир. Мы говорим, что, естественно, должна происходить какая-то монетизация процесса нашего, вот этого творческого, которым мы занимаемся. Мы не успели об этом поговорить. Нам сказали, что монетизации денег не будет. Я, например, с этим не согласен. Просто вот те люди, которые говорят себе бесплатно, они не представляют. Это значит, надо сделать выписки, надо сделать распечатки, надо сделать сбор информации. Наступило какое-то словесное недопонимание. Девушка стримила какую-то штуку в интернет, значит, рассказывала нам про то, что мы там какие-то сумасшедшие. Они просто сидели на диване, где там нет никакой аппаратуры, которую они там говорят, что она у них якобы дорогая. Все такое. Никто никому не запрещал работать. Вот, полиция пришла. Какие проблемы у кого? Перед вами стоит проблема. Заявление писать будете на дом? Будем. Давайте пойдемте. Пугать сотрудника полиции тоже не надо. Поэтому по логике вещей мы дожали сотрудников полиции, и вот теперь будем все там, они писать будут, мы там будем давать какие-то пояснения, вот и все.